Это всего лишь пятый урок Виктории в этой группе. Учит кыргызскому языку просто и доступно. Желающие освоить язык всего за неделю выучили много слов. И они уже могут обращаться к продавцам в магазинах или на рынках на кыргызском языке. Лимон, джана, апельсин. Отлично! 5 лет назад Виктория стала репетитором кыргызского языка. Сначала она обучала детей, но постепенно на курсы стали приходить и взрослые. В будущем Виктория намерена получить образование по специальности «учитель кыргызского языка», а также разработать собственную методическую программу. 24-летняя Виктория – гражданка Кыргызстана немецкого происхождения. Родилась в Казахстане. После школы переехала в Кыргызстан. Получила высшее образование в Бишкекском вузе, окончила факультет иностранных языков. Виктория выучила кыргызский не по необходимости, а из-за собственного интереса. Мен Кыргызстанда он... Я освоила кыргызский язык самостоятельно, а до этого всего месяц ходила на курсы. Сейчас я мечтаю стать филологом. Моя родина – Кыргызстан. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Нравится кыргызский язык. И я очень счастлива от того, что знаю язык того государства, в котором живу. А вот Ехьян Урахмет, приехавший из Сомали, освоил кыргызский язык за 4 года в результате общения со своими одногруппниками и учителями. Сейчас говорит только на кыргызском языке. Студент признается, что недопонимания у него не случается, и ему довольно-таки легко передвигаться по городу. Выходец из восточноафриканской страны Ехья учится на медицинском факультете вуза в Бишкеке. Кыргызский я выучил быстро, а сейчас понимаю очень хорошо. Между местными и мной языкового барьера как такового уже нет. Каждый иностранный гражданин, прибывая в другую страну, должен знать ее язык. В нашем случае кыргызский. Также они должны быть знакомы с нашей историей, культурой, обычаями и традициями. Какая бы сфера ни была, медицина, инженерия или что-то другое, нужно стараться говорить по-кыргызски. Развитие языка на государственном уровне является одним из важнейших вопросов. По мнению специалистов, множество методических материалов, а также существующие различные мобильные приложения создают условия для обучения и распространения родного языка. Бегаем Бегалеева, Нургуль Джумабекова, Азамат Кадыртоктоев, Алатау 24.